Здорово и здравия. Если вы любите бокс, это видео для вас. Странджа 2022. Александр Хижняк, Диас Маджигитов. Смотрим с вами бой. Хижняк в привычной ему манере ринулся вперед. Поднял блок, пусть и не самый плотный. Атакует соперника размашисто. Левый боковой открытый, как у Александра Поветкина, без подготовки. Оказывает постоянное давление, но это не прессинг. Прессинг, когда соперник не может уйти от канатов. Маджигитов пока это делает. Пару раз даже попал. Но манера Диаса Маджигитова абсолютно любительская. У него нет никакого будущего. И никогда хорошего боксера он так не победит. Что пока нам Александр Хижняк демонстрирует, видите. Много промахивается, много бьет в блок. Александр Хижняк допускает все те же ошибки, что допускал раньше. Атакует соперника сериями при сближении с вытянутым вперед лицом. Делает нырки спиной, а не ногами. Не заходит за плечо, не делает твист. Вот, видите, лицом вперед валится. Поэтому его, собственно, и проваливают. И некачественно обрезают углы. Там есть еще ошибки, но это к его тренерскому штабу, понимаете. Будет он их исправлять, не будет. Пока этой манеры достаточно, чтобы таких вот Диасов Маджигитовых побеждать. Что пока и происходит. Мы знаем, Александр Хижняк дважды побеждал нашего Глеба Бахши. И, собственно, всех, кроме бразильца Соузы в финале Олимпиады, Хижняк этой манерой победил. Но в профессиональном боксе, конечно, так просто не будет, если он не исправит эти ошибки. Если он вообще там окажется. Пока мы видим, что Диас Маджигитов попал там несколько джебов и все. А Хижняк несколько раз поставил его на канат и несколько раз попал плотно. Работа в клинче. Ну, Диас Маджигитов пытается убежать, а Хижняк обрезает не угол, он просто хватает соперника и не дает ему от себя отойти. То есть с помощью ног он соперника не лишает возможности уйти. Попадает в корпус на выходе из клинча Александр. А Маджигитов ничего не меняет. Верит в этот советский бокс, верит в эту советскую любительскую манеру ведения боя, которая ничего ему не даст. Ну, работа в клинче. Такая больше борьба. Хижняк бил по затылку несколько раз. Ну вот видите, Маджигитов не попадает, хотя выбрасывает много ударов. И убегает, тратит много энергии. Во втором-третьем раунде наверняка он устанет намного больше. Александр Хижняк, как вы все уже знаете, это просто машина функциональная. Он не устает никогда. Первый раунд окончен. Второй раунд. Первый раунд все судьи отдали Александру Хижняку. Видите, левый боковой на скачке, как у Саши Поветкина. Полностью, полностью читаемый, предсказуемый, наглый, я бы сказал. Хорошо справа попадает на ближней дистанции. Даже, можно сказать, в клинче Александр Хижняк. Диас Маджигитов пытается что-то противопоставить. Ну, разумеется, разные уровни, разные классы бокса сейчас столкнулись. В тренировочном процессе, если вы не боретесь с такими, как Хижняк, на ближней дистанции кость в кость, в бою вы будете уничтожены. Что пока и происходит. Маджигитов пытался ударить, но не вышло. Столкнулся его плечо с головой Хижняка, и удар не получился. Хижняк бьет в этом клинче. Здесь не отнять, Александр работать умеет. Пока Маджигитов просто не знает, что делать. Убегать не получается, вблизи проигрывает в одну калитку. А других вариантов нет. Больше его ничему не научили. Пытается попасть на дистанции, но не получается. Хижняк даже этими неправильными нырками за счет спины, а не за счет ног, все равно уходит от его ударов. Хотя Маджигитов побольше, руки подлиннее, ничего не получается. Клинч затяжной такой. Маджигитов там не работает от слова совсем. Хижняк пытается как-то бить, чтоб рефери не видел, по спине. Или на грани спины и бока. С блоком Хижняк подходит, попадает этим своим левым сбоку, правым по корпусу попадает, не отпускает соперника.
Здесь ударил немножко низко хижняк правой рукой. Замечания мы не сделали. Справа бьет хижняк. Маджигидов вообще не попадает. Машет, обтирает макушку хижняка. Где-то в плечи попадает. Ну, видите, разные классы, разные уровни бокса. Пока мы с вами видим, пытался правым снизу встретить Маджигидов, но не получается. Пока не получается. Хотя, в принципе, задумка неплохая. Левый сбоку на сальстепе делал Маджигидов, но хижняк, видите, левый сбоку, правый в корпус пробил. И в клинче продолжает бороть своего визави Александр Хижняк. 20 секунд до конца раунда, пока еще более уверенно его выигрывает хижняк. Как говорят в боксерском мире, деклассирование мы с вами наблюдаем. Еще немного и будет избиение. Попадает Александр. Маджигидов как-то вот вроде бьет, и вроде хижняк рядом с ним, но нет попаданий каких-то. Раунд окончен. Третий раунд. Все судьи отдали, конечно же, хижняку второй раунд и первый тоже. Снова подход примитивный, знаете, я бы сказал. Просто выставил блок вперед, не самый жесткий хижняк. И без нырка, без уклона, без раздергивания, без оттяжки при атаке соперника и возвращения через нырок. Ничего этого нет. Просто на прямых ногах подходит и, что называется, рубится Александр. И этого полностью достаточно, чтобы, по сути, полностью уничтожить боксера любительской манеры Диаса Маджигидова. И, собственно, это с ним и будет происходить каждый раз, когда он будет сталкиваться. Видите, попадает как хижняк левый сбоку, правый апперкот, еще один. Последний не прошел. Маджигидов попал один раз в корпус и пропустил два по корпусу и правый сбоку. Жесточайшее, жесточайшее деклассирование мы с вами видим. Ничего не получается у Маджигидова. Хотя хижняк, я еще раз повторюсь, это боксер далеко не доработанный. У него много ошибок, которые можно исправить и сделать из него настоящую машину. Не просто функциональную машину, а машину профессионального бокса. Но даже этого более чем достаточно, чтобы таких, как Маджигидов, просто избивать, посмотрите. И чем больше таких хижняков будет появляться, тем более некомпетентными будут выглядеть вот эти вот люди, которые готовят таких, как Маджигидов. Посмотрите, какие страшные попадания от хижняка. Это хорошо перчатки любительские. В профессиональных уже бы, наверное, уложил. Да, Диас Маджигидов пытается делать то, что отрабатывает на тренировках. Я думаю, все, кто занимались боксом, сталкивались с тем, что этому и учат. Оттяжечка с джебом на сальстепе у канатов с левым боковым. Двоечки эти кидать. Ну, с хижняком это все вообще не работает. И вот, Диас Маджигидов бьет два в блок и потом не знает, что делать, а сам пропускает. Пытался пару раз он встречать его правым апперкотом. Вот, первый раз, когда у него это получилось. За три раунда. Хижняк действует так, как действует. Посмотрите, какое страшное попадание. Ужас. В профессиональных перчатках было бы страшно. Снова попадает справа хижняк. Не отпускает соперника. Причем достаточно такие вот, как вам сказать, достаточно увесистые удары доносит хижняк. То есть Маджигидов уже видно, у него там и сечка есть, и такие мягкие ткани на лице повреждены, и штормит его немножко. Ну, может, вот он просто устал столько бегать. Но в любом случае, хищняк способен разрушать соперника. Даже с этим неправильным балансом веса на ногах. Кто понимает профессиональную манеру ведения боя, понимает, о чем. Вот, посмотрите, даже вот так вот проваливаясь, хищняк все равно разбирает его. Просто прекрасная концовка для хищняка. Избиение мы с вами наблюдали все три раунда. И вот нам объявляют победителя. Разумеется, это будет Александр Хижняк. Диасу Маджигидову нужно менять тренерский штаб, менять манеру ведения боя, менять все. А Александру Хижняку прогрессировать, а не оставаться на месте.